Сжигал об ты моя шуганная, потому что я севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле. Великий поэт, известный на весь мир, о его творчестве спорят люди, живущие на каждом континенте планеты. Ищут секреты в его строках, хотят почувствовать то, о чем он писал. Рязанцам это сделать намного проще. В ближайшие выходные на родине Сергея Есенина в селе Константиново состоится грандиозный праздник «Пой песню, поэт». Программа будет включать большое количество площадок для выступления поэтов, и это очень важно и у Дома родителей, и у Дома Лидии Ивановны Кашиной, и на основной площадке будут звучать стихи, стихи Есенина о Есенине. Посещение усадьбы Кашиной и дома Сергея Есенина для гостей праздника будет бесплатным. Некоторые интерактивные площадки будут работать специально для детей. Выставки народных промыслов, показ фильмов, выступление рязанского хора имени Попова и заслуженного артиста России Евгения Дятлова, романсы, танцы и стихи. Погода обещает быть теплой. Те, кто будут добираться индивидуально, будут организованы парковки. У нас единственная большая просьба доезжать до постов ГИБДД, которые будут там находиться, и те, кто будут работать на этих постах, они помогут вам припарковаться. Места найдутся для каждого, не нужно оставлять машину, не доехав до поста ГИБДД. Кроме того, рязанцы могут добраться до Константиново на автобусах. Они будут отходить в дни празднования от центрального автовокзала на Московском через каждые полчаса. На них по такой же схеме можно вернуться обратно в город.